Этим ребятам по 8 лет, но их смелости мог бы позавидовать взрослый в Щелковском спорткомплексе Подмосковья. Один на один с незнакомым соперником пробуют свои силы представители Сергиева Посада, Пушкина и других муниципалитетов северо-востока Подмосковья. Главное – перебороть в себе страх. Мальчишки 2010-2005 годов рождения вот на этом рынке испытывают себя на прочность. Ведь во многом от этого будет зависеть их дальнейшая карьера в боксе. Опробуем молодежь, которая начала заниматься с 1 сентября. И вот как раз их первые старты. Сегодня у нас 38 боев. Ну и наград также 38. Каждый получит по награде. Турнир проходит по трем возрастным группам. Клуба «Щелково» выставили 16 бойцов. Среди участников много ребят, которые впервые выходят на ринг. Для Антона Коваленко из Волжского, Волгоградской области, нынешний старт счастливый. Твой первый бой? Да ты что? Как было? Интересно, какие первые ощущения? Ну, по первому раунду я думал, что он сильный, я думал. Но потом, когда я его начал раздергивать, он становился все легче и легче. В третьем раунде я его просто зажимал, бил как... Как ты ощущаешь свою первую победу? Что это? Не знаю. Ну, здорово. Адреналин какой-то. Кто-то из проигравших от обиды не сдерживает слезы. Даже почетный гость соревнований, двукратный чемпион мира по кикбоксингу Тимур Парсуков, впервые показал себя в поединке лишь в 13 лет. Если все бойцы дрались бы так, как дерутся на тренировке, они были бы супер бойцами. Поэтому выходят из-за волнения, они забывают, что делают на тренировках. Поэтому больше у них боев, больше опыта. Выйти и победить получается не у каждого. Несколько поединков заканчивается ничьей, но это ничья боевая. Главный арбитр турнира, судья международной категории Василий Портненко, призывает коллег не судить ребят строго. Пацанам нужно награждать даже за то, что он вышел на ринг. Понимаете, он такой мальчишка, ему там 7-8 лет, понимаете, он уже не боясь выходит так по-мужски боксировать. Я говорю, это растут настоящие наши, так сказать, защитники нашего отечества. Для Константина Козлова третий в его истории бой закончился безоговорочной победой. Сработала известная тренерская уловка о возрастном превосходстве соперника. Я второй раз побеждаю только. Когда второй раз я боксировал, у меня была боевая ничья. А первый раз было второе место. Соперник какой сегодня был у тебя? Ну, мощный. Так. И тоже хорошо боксировал. Очень интересно подготовлен, то есть турнир сам по себе построен. Второе, что наконец-то мы приехали на турнир, где бесплатно дети могут провести открытый ринг. После года обучения от первого набора в боксерских клубах останутся единицы. Но это будут именно те, кому предстоит упорно оттачивать искусство защиты и нападения, каким был и остается бокс. Михаил Налетов, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».